Ведь не знал, зачем он пошел за этими людьми. Он не знал, что будет делать дальше. Не знал, да и не мог предположить, что в лаборатории обнаружили отпечатки пальцев Кэт не только на внешней стороне чемодана. Ее пальцы остались и на шкале настройки, и на черных эбонитовых наушниках. Нито в Бога, нито в дявола!